В свой разговор со студентами и преподавательским составом Анапского филиала Российского государственного социального университета кандидат на должность мэра Анапы начал с вопросов экономики и бюджета. Ведь именно от них зависит, как будут выполняться все социальные обязательства власти. Городской бюджет должен быть сильным. Будет ряд непопулярных решений. Я не хочу, может быть, и приведу примеры, но непопулярные решения, они все будут направлены на пополнение доходной части бюджета. То, чтобы была возможность потом из доходной части нести расходные обязательства по выполнению социальных обязательств перед населением, которое живет. Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Сергей Сергеев считает, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь. То есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно. А значит, занятия физкультурой и спортом должны стать нужными и интересными каждому. Опыт в развитии спортотрасли у Сергеева есть. На прошлой территории, только за последние 3 года, нам удалось построить ледовый дворец спорта. Мы отремонтировали капитально центральный стадион. Мы построили спортивный комплекс по типу, как на Амелькова, но мы его построили в станице. Молодежь Анапы задавала важные вопросы, касающиеся и настоящего, и будущего курорта. Например, по экологии, а именно охраны прибрежной полосы и акватории Черного моря. Бездумное строительство и нарушение экологического баланса в прибрежной полосе, вот я такие мягкие слова подбираю, оно обязательно, сегодня его не видно. Но если заглянуть в завтрашний день, я вам говорю, что я предполагаю самое худшее. Если этот беспредел сегодня не остановить, то завтра самого города-курорта просто не будет. В ходе беседы были также вопросы, касающиеся благоустройства, установки лавочек на набережной, разбивки новых газонов, создания зеленых тенистых улиц. Он не только понимает проблемы города Анапы, но уже сейчас он уже знает и видит, как их можно решить. Доброжелательное отношение к нашему городу, к анапчанам. И понятно, что он сюда пришел не потому, что здесь быть просто главой, а именно пришел с тем, что что-то бы сделать. И отрадно то, что этот человек уже знает структуру муниципальной власти. Он уже изучил те проблемы, которые сегодня есть. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.